программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в ближайшие 20 минут. Кузбасский дорогой, казахстанский плохо греет. Жители края жалуются на некачественный уголь. Языковые, музыкальные, спортивные. Когда частные учреждения доп. Образования будут работать по сертификатам, которые дают право вернуть часть затрат за кружки и секции. Стратегия и тактика. В Алтайском политехе открыли шахматный клуб для студентов и школьников. Основную поддержку предпринимателям края, чей бизнес пострадал во время пандемии, стоит ждать от федерации, а не на региональном уровне. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Александр Евстигнеев, начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Некоторые меры уже начали оказывать, подчеркнул чиновник. Так, по его словам, руководителям малого и среднего бизнеса через федеральную налоговую службу полагается выплата грантов или субсидий на зарплату сотрудников. Благодаря такой поддержки, по словам Евстигнеева, предпринимателям удалось сохранить занятость. Работы не лишились порядка 25 тысяч человек. На такую поддержку направлено более 315 миллионов рублей. Еще одна федеральная мера, тоже призванная сохранить возможность выплачивать зарплату сотрудникам своевременно, это кредит на льготных условиях по 3% годовых. Первые полгода предприниматели от выплаты процентов освобождают. Такой поддержки в крае воспользовались 204 компании. Конечно, помощь оказывают и на региональном уровне, правда, она носит более локальный характер. Мы ввели на своем уровне, значит, дополнительные займы по линии Алтайского фонда финансирования предпринимательства, также по 3%. Но что сделали мы? Мы существенно расширили перечень видов деятельности, как бы, по которым можно привлекать эти льготные займы. В работе находится документ, связанный с определенными льготами по имуществу краевому, значит, по недвижимому и по земельным участкам, то есть это в работе документ. Чтобы получить помощь из федерального центра в большем объеме, на местном уровне подготовили письмо с обращением в адрес Министерства экономического развития России. Главная просьба – продлить период действия грантовой поддержки, расширить список видов деятельности, пострадавших от пандемии и еще другие моменты. Подобное письмо было написано и от депутатов местного парламента. Сейчас вновь про уголь. Многие люди жалуются, что он некачественный. Протопить свои дома и согреться твердым топливом, которое завозят из Казахстана, жители Локтевского района и Ярового не могут. По их словам, у него плохая теплоотдача. Действительно ли уголь из соседней республики не отвечает стандартам качества? И какой выход из ситуации находят люди? Выясняла Валентина Аскерова. Ну, он хороший, в принципе. Это кузбасский уголь. Видите, какого качества? Но я думаю, что он лучше даже, чем тот резервный. Я по дому оценила, что отопление в дома хорошо. Кузбасский уголь Наталья Свечникова в своем районе купить не смогла. Местные власти предлагали приобрести тонну резервного, казахстанского. Но от пыли, которая прогорает моментально, женщина отказалась. Заказала топливо в краевой столице. К слову, наладить поставки из Кузбасса власти Локтевского района пока не планируют, так как казахстанский уголь в два раза дешевле. Разговаривали с поставщиками разреза нашего кузбасского угля, чтобы привезти на территорию района. Если мы привезем этот уголь, он будет стоить в районе 6 тысяч за тонну. Население нашего района, привыкшее брать уголь подешевле намного, не в состоянии купить такой дорогой уголь. На низкое качество угля жалуются и жители Ярового, которые не первую зиму замерзают в своих домах. Идет некачественный уголь. Я работала в АТК, в заводе. Мы анализировали этот уголь. И какой уголь должен быть, и какой сейчас. Это день и ночь. Ведущие эксперты, которые ежедневно анализируют уголь из разных регионов на теплопроводность, признают, что самый лучший уголь в Кузбассе, но и казахстанский неплохой за свою цену. Казахский намного дешевле. На западных этих регионах нашего края старается особенно Каражиру покупать. Она намного дешевле, по цене немножечко хуже. Кстати, глава Минстроя порекомендовал муниципалитетам перейти на местный бурый уголь, который добывают в Салтонском районе. Мол, запасов в Мунайском разрезе должно хватить для отопления Алтайского края. Однако специалисты говорят, что стоимость и этого угля растет, как на дрожжах. При этом качество уже сегодня не соответствует цене.
Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Белокурихе прошло большое заседание представителей Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Сибирское соглашение». Оно было посвящено финансам, налогам и бюджету. Участники встречи делились опытом реализации программ социально-экономического развития регионов. Губернатор края Виктор Томенко рассказал коллегам о том, что, несмотря на сложный год, доходы бюджета Алтайского края выросли почти на 12%. Собственные доходы почти на 25%. Мы, в принципе, как бы с учетом принимаемых решений на федеральном уровне, с учетом нашей возможности их приземлить со своими особенностями в каждом из субъектов федерации, с учетом нами еще предпринимаемых мер, исходя опять вот из этой особенности каждого из нас, мы, в принципе, по этой части, в экономической, финансовой, проходим этот сложнейший период и продолжаем еще его проходить, проходим его достаточно уверенно. Губернатор поблагодарил всех участников за интерес, проявленный к заседанию, пожелал всем конструктивной и плодотворной работы. Частные языковые, музыкальные и спортивные школы должны пополнить список учреждений, которые работают по сертификатам дополнительного образования. Об этом во время пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки края Галина Синицына. Подчеркнем, что сертификат дает право компенсировать часть расходов на посещение ребенком кружков и секций. Пока в перечне краевых учреждений, которые работают по сертификатам доп. Образования, только государственные и муниципальные организации. Но сотрудники министерства отмечает, что список учреждений постепенно пополняется новыми учреждениями, и он может включать в себя частные кружки и секции. Для этого последние должны иметь соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг. Сертификаты позволяют вообще оценить у нас сегодня, какие востребованные направления у детей и родителей есть. Это позволяет понять, какое количество людей могут прийти и заниматься в учреждениях дополнительного образования. А, соответственно, это влияет на финансирование, на планирование, на решение вот таких вот управленческих задач. К другим темам. Комнату пожилой бейчанки опечатали вместе с ней. В ведомственном общежитии она прожила не один десяток лет и вот теперь может оказаться на улице. Правда, и сейчас нормальными условия ее жизни не назовешь. Почему, выясняли наши коллеги. Я вот тут была. Дочь приходит, говорит, мам, я говорю, что? А ты опечатанная. Как опечатанная? Так. Огородная 56В на первом этаже склад бийской колонии поселения, на втором наследство от бийского СИЗО, бывшее общежитие. Жилым помещением его не назовешь даже с натяжкой. Кто мог, уехал отсюда, не дожидаясь приказов, а кто не мог, остался. Вот так она показывает, да? Вот так. Ну, одеялом я укрываюсь. Одним, вторым. Так, задницу вот так подставляю, простите, и сплю. Все, в носках. Вот. Не раздеваюсь. Не раздеваюсь вообще. Ну как, варежки еще у меня. Теплая батарея – единственная радость. Галина Михайловна боится даже подумать, что с ней будет, если отопление отключат. Для спального места этот угол в комнате выбрала не случайно. Это единственное место, над которым не капает с потолка. А спит на полу, потому что после инсульта с раскладушки боится упасть. Она уже ломала шейку бедра прямо у себя дома, что с такими полами не мудрено. Весь пол сломали. Трубы потекли. Они искали здесь, где что, и все вырезали. Света в комнате нет уже полгода. Женщина уверяет, что когда еще был жив муж, их семью поставили в очередь на жилье в ведомстве, где она проработала больше 30 лет. Я замучилась уже ходить к начальнику. Он говорит так: у меня средств нету, денег нету и квартир нету. Что я могу сделать? Вот, да, они должны дать мне квартиру. Но не дают. Из 11 квартир на этаже 9 уже опечатаны. Галине Михайловне уехать некуда. К тому же во второй комнате напротив живет ее дочь. В гости друг к другу ходят с фонариком. Правда, пенсионерка долго в гостях не задерживается. Плита над комнатой, что посветлее и побольше, лопнула и может рухнуть в любой момент.
Боимся ходить, лежать, спать. Я даже практически не сплю. Татьяна выросла в этом доме. Когда родители устроились на работу в СИЗО, ей было 8 лет. Вспоминает, как здесь было уютно. Цветы, коврики, дети гоняли на великах. Место позволяло. Теперь это место вызывает только шок. Вот и боится пожилая женщина засиживаться у дочери. Ее угол кажется ей более безопасным. И руки греют так, и ноги складываю на батарею. Ну, нет возможности полностью. По-моему, сейчас так уже люди не живут. Вот так вот сижу. Уйти из аварийного здания бывшего ведомственного общежития Галине Михайловне и ее дочери все-таки придется. Вопрос, когда и куда. Не хочется верить, что человек, отдавший полжизни работе в государственной структуре, оказался ей не нужен. Чтобы выяснить, чем можно помочь пожилой больной пенсионерке, мы обратились в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю. Там обещали в ситуации разобраться. Мы, в свою очередь, будем держать ее на контроле. Марина Волкова, Андрей Сигаев. Они выбрали железную дорогу, фотовыставку о профессионалах своего дела, людях, которые работали или продолжают трудиться на РЖД, может посмотреть каждый. Ведь расположена она на открытом воздухе у драматического театра. К слову, это совместный проект РЖД и АИФ «Алтай», который реализуется уже не первый год. Подробности в нашем сюжете. Работы было много, мы работали прямо, вот вы знаете, как маленький проектный институт. Всего было 19 человек. Я здесь получила очень большой опыт проектирования, потому что кроме зданий мы же и сети делали, и электрику, и теплосети, и водоснабжение, и канализации, чего только у нас не было. Практически на каждой станции края есть здания и сооружения, в строительстве и реконструкции которых принимала участие ветеран РЖД Ирина Скоринова. Тем самым мини-проектным институтом она руководила 16 лет. Уже давно на пенсии, но в родном музее бывает регулярно. Может рассказать о каждом экспонате и каждой фотографии. Держит личную связь с ветеранами. Говорит, на их предприятии об ушедших на пенсию никогда не забывают. Мы стараемся дойти до каждого ветерана. У нас же их очень много. Вот у меня на учете стоит около 11 тысяч ветеранов. Они проживают во всем, на всей территории Алтайского края. Я считаю и вот выражаю большую благодарность нашему РЖД, что ветераны РЖД не остаются брошенные, как вот в наше время многие другие. К слову, здесь помнят не только о ветеранах, но и о тех, кто сейчас трудится на предприятии. Кроме фото Ирины Скориновой, на выставке у театра драмы более 30 фотографий. Мастеров и бригадиров пути, экологов, врачей и других заслуженных работников. Историю о каждом герое выставки можно прочитать, перейдя по QR-коду на странице газеты «Аргументы и факты Алтай». Вторая часть экспозиции – тоже совместный проект РЖД с газетой «Комсомольская правда». Эшелон победы они провели еще к 9 мая. Мы провели фотореконструкцию с горожанами, желающими горожанами, кто хотел окунуться в прошлое и почувствовать себя на своем личном опыте, как уходить на фронт и так далее. Вот это все мы перенесли на, так скажем, на пленку. И сейчас мы тоже создали фотовыставку «Эшелон победы», где можно посмотреть вот эти вот фотографии. Выставка у театра драмы будет работать до 10 января, так что прогулки по новогоднему центру Барнаула можно совместить и с посещением этой экспозиции. А между тем у организаторов выставки зреют новые совместные планы, ведь замечательных и заслуженных людей на предприятии еще много. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. А теперь к новостям спорта. Алтайских паралимпийцев чествовали за волю к победе. Общественная палата края вручила инваспортсменам благодарственные письма за то, что достойным образом представляют наш регион на общероссийских и международных соревнованиях. Кубасов Артур Андреевич, мастер спорта России по плаванию. За выдающиеся результаты на международных соревнованиях, в том числе Паралимпиаде в Токио, наградили Артура Кубасова. Он занял 5-е и 6-е места в разных дисциплинах. Юрия Лучкина, он стал 4-м. Егора Ефросинина, у него серебро, а также Романа Жданова. У последнего аж 3 золота и 2 бронзы. Дистанция, на которой я взял 2-е место, это 100 метров брасом. Я прошел за 1 минуту 16 секунд. Никакой ни чемпионат Европы, ни мира совершенно рядом даже не стоит. Самое тяжелое, я думаю, никого не удивлю, это, конечно, была подготовка к паралимпийским играм, тренировки. Ну и, конечно, настроиться на свою дистанцию, чтобы выйти на старт в полной боевой готовности, так сказать.
В Алтайском политехе появился собственный шахматный клуб. Здесь выстраивать логические стратегии и тактики смогут не только студенты вуза, но и школьники, воспитанники центра «Наследники Ползунова». С корабля на бал, как говорится, сразу после торжественного перерезания ленточки за шахматы. Чемпионка Европы этого года по классическим шахматам среди девушек, ученица 125-й барнаульской школы Виктория Лоскутова, провела сеанс одновременной игры со студентами технического вуза. Одна против 8 игроков. С таким количеством человек я еще раньше не играла. А, тем более здесь есть сильные шахматисты. Вы смотрели сериал «Ход королев»? Смотрела. Как вам сериал? Находите ли что-то общее с героиней? Если честно, мне сериал не очень понравился, потому что я когда смотрела, я не очень поверила в это. Так не бывает. Я думаю, девушка все-таки не сможет достичь таких высот в шахматах, чтобы стать прям чемпионкой мира среди всех, среди мужчин. Но в новом шахматном клубе воспитать чемпионов среди мужчин и представительниц прекрасного пола попробуют. Для этого есть все необходимое. У нас появилась аудитория, у нас появились новые возможности, новые перспективы. Теперь мы будем заниматься, приглашать каких-то экспертов, мастеров, чтобы проводили мастер-классы, сеансы одновременной игры и так далее. На сегодняшний день клуб насчитывает около 20 участников шахматистов. Но если вам присущи целеустремленность, твердость характера и логическое мышление, то вы можете сделать главный ход конем – прийти сюда. Кто знает, может, в будущем вам удастся стать одним из гроссмейстеров мира. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Хороших вам выходных. Ну а далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!